Всем привет. Я снова на работе, как говорил. Будем добивать деньги на открывание. Ой, бля, вчера, конечно, не повезло. Ну ладно, что поделать. Добивать буду вот на этом, летний кейс. Ну, хотя попробуем сейчас посмотрим другой. Так, летний, красный. Кровавый. Какой-то осенний есть. Здесь, правда, желтый кейс какой-то. Да, желтый хорош. Ну, как видите, тут очень много дерьма. Понятно. Так, а вот этот... Что за проклятие? Не понял. Ага. Очень интересно. Типа здесь ножи. И типа нихуя не упадет. Нормально. И ножи-то все африканская сетка. Да уж. Так, ну ладно, надо открывать. Ой. Камуфляжный кейс. Значит, загробный какой-то. Что это за загробный? Ёпты. Ёпты, это одна хуйня. Так, ну ладно, наверное, летний все-таки, да? Больше ничего такого нет. Хотя он древний кейс. Ебать. Бля, парни, даже не знаю, что делать. Честно. Теперь я путаюсь в двух кейсах. Древний кейс и летний кейс. Да ладно, хули делать. Давайте открывать этот. Похуй. Поехали. Пиздец. Еще раз пиздец. Короче, будет, наверное, падать только ТЭК-9, блядь.
Ты заебал, блядь, уже. Ну ладно, проверим, сколько он стоит. 861. Все, больше не даст. Будет хуйня теперь, давай, давай. Чуть-чуть же, блядь, не дотянул до калаша. Блядь, вот убожество-то, сука. Ну давай, хуй. Все, блядь, доигрались нахуй. Я хуею, блядь. Случайная армейская. Даже не хватает, блядь. Сука. Ну ладно, хоть наклейку, может быть. Посмотрим, блядь. Не, хуй. Ай, блядь. Магистр-хранитель. Нахуй она нужна? Так, ну все, контракты. Так, сколько там? 4, 3 осталось, да. Восемь четыре рубля. Интересно. Шесть. Но это надо все забирать тогда. Че уж делать? Хоть какие-то деньги отбить. По-другому никак тогда уж.
Да. Ну что, 123, 136. Пятьдесят, 80 и 861. Все, народ. Будем так говорить, что отбил я ту тысячу, которую вчера положил, да? Но вчера я что сделал? Я 2000 потратил, вытащил только 800. Ну, в итоге, да, 2 рубля своих я вернул. Все остальные деньги были от бонуса. Так что вот, все, скорее всего, будем забирать тогда уж. И то посмотрим, отдаст он мне их. При покупке предмета возникли ошибки. Понятно. Доброе утро. Так, короче, 3 предмета отдает. О, надо же, этот тоже отдал. Ну, смотрим. Угу. Прямо с завода. Прямо с завода. Да еще и стартрековский. Огонь. Тоже прямо с завода. Огонь. Здравствуйте. Напоминаю, я на работе. Так, инвентарь. Сто пятьдесят пять. Ух ты, 1214. 47. Ну, это слабенький, наверное, да? Да, после полевых. Ну, ты уже прямо с завода, ты погляди. Так, ну все тогда, наверное. Привет, привет. Так, ну все, давайте, всем пока.